Однажды солнце потускнеет, и тьма опустится на мир. Стоявшие веками храмы будут разрушены. Исчезнет рай, и боги бегут на землю. Однажды слабый возьмет верх над сильным. Рапсоды перестанут петь и возьмутся за мечи. В эти темные времена родятся могучие герои. Тебе удастся отдохнуть и расслабиться. На нашу деревню недавно напали сатиры и другие злобные твари. Твой меч нам бы очень пригодился. Крестьяне не могут попасть на поля, а наши запасы продовольствия заканчиваются. Пожалуйста, иди в деревню и помоги, если сможешь. Тебя, должно быть, послали боги. Пожалуйста, там, на поле, они собираются убить мою лошадь. Моя лошадь спасена. Спасибо тебе. Но я не один попал в беду. Эта дорога ведет к моей деревне, Гелосу. Там полно чудовищ, они повсюду. Обычно мы всегда рады предложить путнику кров и горячий обед. Эта лошадь, все, что у меня есть. Огромное тебе спасибо. Просто иди по дороге, и ты увидишь.
Здравствуй, я Эссон, капитан стражи этой маленькой деревни. Мы еще держимся, но что толку? Если чудовище уничтожит поля, нам конец. А все этот проклятый шаман. Диамет в отчаянии рвет на себе волосы. Жители деревни по очереди стоят на страже. У нас плохое оружие, его не хватает. Но какое это имеет значение, если ты сражаешься за свой дом и семью? Входи, добро пожаловать в Гелос. Входи, добро пожаловать в Гелос. Сами боги благословили воду в этих фонтанах. Говорят, что если ты прикоснешься к такому фонтану, твоя душа и запьет из него. И если погибнешь в бою, тело твое перенесется к фонтану, и ты воскреснешь. И если ты выпьешь из другого фонтана, твоя душа будет привязана к новому месту. Если ты выпьешь из другого... О, муза, ниспошли на меня вдохновение. Я хочу рассказать о величайшем герое, сыне бога Зевса и простой женщины, о человеке по имени Геракл. Могучий Геракл, которого ненавидела Гера и любил Зевс, сражался со страшными чудовищами. Победил он и немейского льва, и многоглавую гидру, и эриманского вепря, и гигантов. По преданиям, он совершил 12 подвигов. Говорят, однажды Геракл подменил титана Атланта и некоторое время удерживал на своих плечах небо. А сейчас? Где же сейчас герои, хотя бы наполовину такие же могучие, как Геракл? Что стало с Гераклом, ты спрашиваешь? Боги даровали ему бессмертие и вознесли его на Олимп. Что стало с Гераклом, ты спрашиваешь? Добро пожаловать! Я Диамет, староста этой деревни. Ты говоришь, что по пути сюда тебе пришлось сражаться? Если это правда, то умоляю, нам нужна помощь. Чудовища, возглавляемые могущественным сатиром-шаманом, появились несколько дней назад и прогнали нас с полей. Мы с трудом защищаем ворота, и никто не в силах ничего сделать. Наши поля на той стороне реки, через мост. Шамана в последний раз видели на полях неподалеку от лесов Гелоса. Пожалуйста, избавь нас от этого колдуна. Мы заплатим тебе, чем сможем. Нам едва хватает людей, чтобы защищать ворота. Тебе нужно подготовиться к путешествиям. Это опасно. Купи здесь то, что тебе нужно.
Я надеюсь, мы еще увидимся? Я могу облегчить твою поклажу. До встречи! Уходи, если тебе нужно, но нам нужна твоя помощь. Поля находятся на другом берегу реки, через мост. Это очень древние алтари. Говорят, сам Прометей, принесший нам огонь, создал их, и люди в древности могли через них путешествовать. Чудовища! Они сжигают и уничтожают все на своем пути! Я в жизни такого не видела! Хаос и разрушение! Я этого не вынесу.
Во время урожая все жители деревни работают на полях. Урожай нужно собрать и подготовить для хранения. Мы приносим дары Деметре, богине плодородия.
не можешь это нести. Сейчас, когда повсюду чудовища, тебе понадобится хорошее оружие и доспехи. Всего хорошего. Что угодно.
Я надеюсь, мы еще увидимся? Добрый день. Пусть Гермес укажет тебе путь. Наши поля и жизни спасены. Мы благодарим тебя за это. Мы очень благодарны тебе. Могущественный шаман побежден. Поразительно. Правда, я опасаюсь, что завтра чудовище появится снова. Но, по крайней мере, нам удалось собрать часть урожая. Возьми это золото. Я знаю, это немного, но, пожалуйста, разыщи в Спарте генерала Леонида. Поговори с ним от моего имени. Попроси прислать несколько воинов к нам на помощь. И побыстрее, пока на нас не напали снова. Наши поля и жизни спасены. Мы благодарны. Опасность миновала. И все это благодаря тебе. Часть урожая спасена. Мы не будем голодать зимой. Спасибо тебе. Пусть Гермес хранит тебя по дороге в Спарту. Могущественных. Мы перегоняли овец домой, и внезапно на нас напали сатиры. О, боги! Они схватили Телиса и утащили его в пещеру. На дорогах стало опасно. Теперь везде опасно. Ты не можешь поднять больше.
Итак, что тебе нравится? Всего хорошего. Доброе утро. До встречи! Мы очень благодарны тебе.
Во имя Зевса они набросились на нас и схватили его. Думаю, я больше никогда его не увижу.
Если ты хочешь путешествовать, тебе понадобится соответствующее снаряжение. Всего хорошего.
Мои клинки отлично послужат тебе. Всего хорошего. Ты человек? Удача не оставила меня даже здесь. Я уже думал, что скоро мне настанет конец.
Эти твари ведут себя как звери. Они постоянно дерутся и огрызаются друг на друга. Я Телис. Никас вернулся в деревню? С ним все в порядке. Мы вместе пасем овец. Он мне почти как брат. Если ты увидишь Никаса раньше меня, передай ему, что я скоро вернусь. Но сначала мне нужно прийти в себя. Ты не можешь нести больше. Телис жив? Я просто не могу поверить. Я и не надеялся снова увидеть его. Спасибо тебе. Тебе удалось спасти моего друга. Да благословит тебя Зевс. Тебе удалось спасти моего друга. Поспеши, мы рассчитываем на тебя. Не забудь про доспехи для защиты рук и ног. Они тоже пригодятся. До встречи! О, муза, не спошли на меня. Сами боги благословили воду в этих фонтанах. На нас все еще нападают, но твоя помощь...